Где это происходит? В Иране? В Ираке? Это происходит в Нью-Йорке. Об этом пока мало говорят и пишут в основных средствах массовой информации Америки, но уже 24-й год в Нью-Йорке отмечается День американских мусульман и проходит мусульманский парад по центру Нью-Йорка. Участники парада собрались на углу Мэдисон-авеню и 41-й стрит. Это единственный в Америке религиозный парад. Нет ни христианского, ни иудейского, ни буддийского. Президент Международного института безопасности со штаб-квартирой на Квинс-бульваре в Нью-Йоркском районе Квинс Абдул-Рашид Зафар говорит, что его частная организация обеспечивает порядок и безопасность этой демонстрации. У полиции свои задачи, у нас свои. Нас приглашают для внутренней безопасности. Мы призваны первыми улаживать конфликт, возникший между разными группами участников или между участниками и полицией. А что, участники демонстрации настроены воинственно? Что вы, мусульмане очень мирные люди, а ислам – самая мирная религия. Смысл этого праздника и этого парада – показать всей Америке, что ислам – это религия мира. А чем вы тогда объясняете, что мусульмане убивают мусульман в разных странах, в том числе в вашем родном Пакистане? Убивают фундаменталисты, они не представляют настоящий ислам. Они террористы, у террористов нет религии. Четырехлетняя дочь иммигрантки из Малайзии сказала нам «Салям алейкум» и исполнила суру из Корана на арабском с американским акцентом. «Во имя Аллаха, всемогущего и милосердного». Один из почетных участников демонстрации рассказал, что парад проходит по окончании праздника Рамадан. В прошлые годы праздник заканчивался в сентябре, а в этом году – в октябре. День выдался холодный, дождливый, но ради нашей веры можно немного пострадать. Седобородый мулла сказал, что в будущем году Рамадан начнется раньше, и демонстрация будет опять в сентябре. 11 сентября? Когда бы ни получилось, мы будем говорить о мире, в который мы верим, и ради которого мы призываем мусульман всего мира объединиться. Да, некоторые верят, что мир во всем мире наступит после того, как ислам победит. Единственным из всех городских политиков, пришедших на этот парад, был депутат городского совета Джон Лу, который после ноябрьских выборов может занять пост городского ревизора. Я высоко уважаю мусульманскую общину города. Над толпой флаги разных мусульманских государств. Впереди нью-йоркские полицейские мусульмане. Муэдзин созвал правоверных на молитву. Улицу перекрыли мусороуборочные и полицейские машины. На проезжей части был расстелен ковер. Правоверные разули обувь, повернулись лицом к Мекке и стали молиться. В первых рядах мужчины, сзади женщины. Среди молящихся полицейские, пожарные. Все время слышалось «Аллах Акбар». Молитва длилась долго. После молитвы пошли. Маршировали и под музыку оркестра полицейских мусульман, и под барабанный бой, и под скандирование «Америка теперь наш дом», и мы отсюда не уйдем. Они идут по Америке, а Америка идет с ними. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.